Мы на выставке CPM «Москва-2019», и сейчас с нами необычный гость. Светлана, расскажите, пожалуйста, что вы придумали? Какой у вас бизнес? Мы делаем чат-бот для магазинов одежды и покупателей, который в магазинах офлайн умеет распознавать бирки товаров и показывать к любому товару множество сочетаний. Кроме этого, чат-бот умеет сохранять покупки пользователя и отправлять пуш-уведомления о том, как то, что уже и куплено, можно составить в новые образы с товарами по скидке или с новой коллекцией этого же бренда. Как это происходит? Что это за волшебство? Все очень просто. Все работает на смартфонах пользователей. Ничего скачивать не надо, потому что чат-бот работает на базе популярных мессенджеров, а образы генерит нейронная сеть. То есть для покупателя достаточно отправить бирку, фото бирки товара в бот. Он распознает, показывает образы, сохраняет виртуальный гардероб, то, что человеку нравится, то, что он купил. И то же самое действует в сценарии, когда человек делает шопинг онлайн. Бот распознает ссылку товара и те же самые функции. Множество образов, сохранение товара в виртуальный гардероб и получение новых идей, как можно еще собрать то, что у тебя есть, с другими товарами этого бренда. То есть, в принципе, мы уже не нуждаемся в личных стилистах, уже есть такой чат-бот, который за нас может все подобрать, да? Мы не претендуем на звание стилиста, но то, что мы можем дать новые идеи и вдохновение, как еще можно, да, это мы делаем. Очень здорово. Мне как девушке очень полезно. Спасибо большое и удачи вам.